Какой вы? Спасибо. В данной лаборатории мы работаем над пищевой безопасностью, то есть мы проверяем продукты растениеводства, препараты, которые применяются в производстве, на их безопасность благодаря высокоточной хроматографии, определяется по действующему веществу, сейчас на экране как раз отображено, безопасность его применения в производстве. А также с помощью жидкостного хроматографии мы определяем уже остаточное количество продуктов питания и продуктов сельскохозяйственного производства. То есть эта работа носит самое что ни на есть практически. Абсолютно верно. Без данных анализов ввоз страны и применение их производства любых препаратов запрещен, пестицидов, удобрений и так далее. То есть мы здесь определяем качественные характеристики сельхозпродукции и на безопасность пищевую. А также ученые нашего факультета тесно взаимодействуют с фермерами региона. Мы занимаемся восстановлением деградированных пастбищных угодий, повышением продуктивности крупного рогатого скота, прямо по заказу предприятий. Конечно, большой фокус у нас взят и на международное сотрудничество. Например, производство органической продукции. Мы проводим исследования совместно с немецким аграрным университетом Хоенхайм, где сейчас два молодых преподавателя проходят научную стажировку. И Северо-Западным университетом сельского лесного хозяйства провинции Шэньси, Китай. Мы уже 5 лет с ними работаем под выделением перспективных сортов и культур для нашего, пригодных для нашего региона. Такая коллаборация нам дает не только то, что мы проводим научные исследования, но позволяет нам готовить высококвалифицированные агрокадры для Казахстана в целом, повышать компетенцию наших преподавателей. Наши преподаватели обучаются, на послевузовское образование получают. Хорошо, я думаю, что ректор поддерживает вас, понимает значение сельхознауки, аграрной науки. Мы очень заинтересованы, конечно, в учебах совершенно нового